Привет, ребятки! С вами Макс сегодня. Решил снова выйти на связь. Две недели примерно пропадал с этими прошивками Mac Pro, которые были, да, с ссылкой Игоря. Там еще сейчас все равно мы разбираемся до сих пор. Ну, исходя из названия видео, вы, наверное, поняли, о чем речь, да? Вот. У меня, по-моему, всего 2-3 темы разговора. Первое — это то, что у меня сегодня день рождения, и сегодня я, да, пойду на матч плей-офф западной серии, на первый матч, где-то часа через, ну, уже сейчас запишу ролик, выложу и поеду. И второе, да, это то, что у меня появилась видеокарта, которая реально не знала майнинга. Вот эта видеокарта. Это PowerCore RX 470 на 4 гига получается. История какая появления у меня. Мне нужно было найти компьютер в офис. Нормального, более-менее такого, не сильно убитый там, какого-нибудь 7-го поколения. Я нашел в Жмурино, получается. Извините, ребятки, кто живет в Западном Мурино, но я не могу к вам туда ездить, это что-то с чем-то постоянно происходит. Вечные пробки на выезд, въезд. Вроде бы я живу тоже в северной части, в северо-восточной части, вроде Питера, да, в самом этом, на окраине, да. Как бы вам это нравилось, не нравилось, и, но ехать к вам — это какой-то трэш. Короче, вот, там какой-то странный чел подавал компьютер. Говорил, что у меня там он пыльный, то все, короче, вот там вот этот, опять 7-го поколения, вот эта вот видеокарта, жесткого не было там, ну, так, в принципе, прилично вроде выглядело. И что там, говорит, не чистил, пыли, грязь, там надо было там, и там, то все. Я пишу, что, давай заберу. Он говорит, у меня уже есть покупатель, там очередной перекуп в тренингах. Написал ему, говорит, завтра сейчас заберу, типа, когда с работы придешь. Ну, он на работе, не мог сразу отдать его. Я уже забыл, пошел снова тогда тоже на хоккей, и все. В следующий день он мне пишет, говорит, чувак, ты пришел, говорит, заезжайте. Я говорю, ладно, давай номер позвоню, наберу там, что как. Он говорит, я номер дать не могу. Я боюсь давать номер. Даю вам слово, что я выйду. Короче, оказался полный такой социопат, который вообще проблемы с общением. Ну ладно, фиг с ним. Ну, в целом, приличный такой мужик. Молодой человек. Ну, как мужик, ну, молодой уже такой, наверное. Может быть, моих лет помладше, наверное. У него был комп DEXP, DNS сборки, короче говоря, который... Как он купил, так у него работал. В общем, стоял там в муре там, в западном, там же деревьев нет нифига, да, зелени. И все это вот стройка, пыль вот эта, джунгли каменные. И он все себя собирает. Ну, он еще собирал 7 лет туда всю эту пыль. А, 6, 17-го года получается. Ну, включался, работал, тарахтел, но работал, забирал кучу, достал эту штуку. Глянул, ну, да, тут катушка на подшипниках. Они все убиваются там за них. Ну, вот она, да, она такая, короче. Работает, но, ну, не бесшумно ни хрена. А так в целом очень мало пыли внутри оказалось. И офигенно крутое качество по асику, да? Что нужно сделать с RX 470? Всем знаем, да? Прошивать ее в RX 570, потому что 470-й BIOS — это все полный трэш. С самого начала был. Работает абы как, хрен пойми как, короче, вообще вот. Ну, это ладно. Что, какая есть подстава, подводный камень? Это вот этот вот питальник на 6 пин. Вот он. Видно, да? 6 пин. Так что если шьете какой-нибудь прожорливый BIOS, то получите проблемы, будут тормоза, фрезы вылеты из-за этого. Просто не хватает, не хватает питания, не хватает ей. Например, на частоте 1700 она работать уже не будет, только на 1500, этой памяти имеется в виду. И по ядру 1250, на 1340 все тоже, вот это вот, это уже, просто убираете, да. Здесь стоит редкая память Samsung, 4 гиговая, да, тут мало где она бывает, но есть кое-где, найти можно. Вот, а так, в принципе, да, она прикольная, у нее есть бэкплейт, у нее есть охлаждение, короче говоря, чипов памяти, то это залог долгой службы. Память охлаждается, значит, не стегнется. Будет нормально работать. Также и в RM то же самое у нее. Также здесь вот отдельная. Вон у нее тут режим, тут тоже есть термопрокладка. В RM все окей. Сделана она как бы хорошо. Ну,
целом. Я не знаю, где вы что-то найдете. Это никакой не Red Devil, не Red Dragon, это вот просто вот обычный, типа там, референс на Power Core. Ну, всегда шумная вертушка, ужасное шумное охлаждение. Вот, я думаю, здесь надо подшипничек поменять, либо там какой-нибудь бюст подобрать, который будет менее сильно усиливать. В общем, что, я подобрал BIOS и поставил жене в Genshin, короче, играть на неделю. Неделю, короче, она орала бешеная на весь дом, но тащила игрушки, все отлично. Все было круто, в общем, так. Короче говоря, такая вот история. Вот, теперь это будет героиня моих тестов с Mac Pro 5.1. Вот, как раз тут 6 пин всего, ну, нормалек, не нужно никаких модов делать. Вторая у меня до сих пор еще без мода, у меня вот на этом мод стоит, на котором я вот эти вот красавицы от Игоря мучил, вот они, вот такие вот. Это 7970, 6 гигабайт, вот она, да, приехала в старом состоянии, короче говоря, не провод, теперь она работает, держит частоты, держит нормальную температуру, все окей, ну, что с ней дальше делать, мы будем еще решать пока. Так что так. Ну, вам хорошего четверга. А мне сейчас, наверное, надо ехать уже, короче, в район посвяты большевиков. Там пойти, зайти, пару кручек замахнуть. Вот, и потом пойти уже смотреть, как СКА будет играть с Торпедо. Вот, будем болеть за хороший хоккей. Команды хорошие. Тренер. У Торпеда отличный. Ты говорил, Ларионов, профессор, просто шикарный был игрок и человек тоже, в принципе, сам по себе, да, классный мужичок. Так что вот, ну все. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши донаты, да, очень приятно. Все, у нас тут там несколько Саш есть, да, Игорь, спасибо. Все, да, кто у нас участвует, Колян, спасибо, да, кто сейчас к нему сейчас поехал, Коля поехал сейчас в видеокарту, наконец-то мы ему нашли бомж видеокарту, левого бомж 2006-го, он, наконец-то, да, чтобы у него капитан работал. Всем спасибо, да, я всех вас учту, буду сделать его списки, да, наконец-то, все, пора уже списки делать в конце ролика, в следующем по-любому будет. И следующий ролик уже будет, наконец-то, про Mac Pro 5.1 и Вентуру, которая уже вышла чуть когда, 13.2.1. И все с ней связанные эти геморрой, которые куча их вышла там с последним патчером этим. Так что вот так. Все, ребят, мир вам, здоровья вам. С вами был Макс. Пока.